Отрывок из произведения Антона Павловича Чехова «Чайка» читает Пронькина Елена. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. Я так утомилась. Отдохнуть бы, отдохнуть. Я чайка, не то. Я актриса. Ну да. И он здесь? Да, ничего, да. Он не верил в театр. Все смеялся над моими мечтами. И мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом. А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького. Я стала мелочная, ничтожная, играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками, как стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. И я чайка. Не то. Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Сюжет для небольшого рассказа. Это не то. О чем я? Я говорю о сцене. Теперь уж я не так. Я настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком. Все хожу и думаю. Думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Теперь я знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле все равно. Играем мы на сцене или пишем. Главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение верить. Умение нести свой крест и веру. Я верую, и мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.